Здравствуйте! Вас приветствует канал Типриада Эстейтс. Сегодня мы показываем строящийся жилой комплекс, который находится всего лишь в 255 метрах от знаменитого пляжа Long Beach. Комплекс уже практически построен, комплекс небольшой. Вот он на заднем плане. То есть он уже практически готов. Строен, осталось только, так сказать, поставить окна, штукатурку, мебель. Осталось уже чуть-чуть. Пойдемте теперь посмотрим, что из себя представляет этот жилой комплекс внутри. Квартиры, которые продаются в данном жилом комплексе, которые сейчас есть на продажу. Это квартира 2+1. Она находится на первом этаже. Пойдемте посмотрим, что она из себя представляет. Во-первых, заходишь, сразу в глаза бросается также большие панорамные окна, на которых ты все видишь. Высота потолка, прошу обратить внимание, высота потолка больше, чем 3 метра. Просторный салон. То есть ты зашел в просторный салон. Помещение не кажется таким большим, потому что очень высокие потолки. Когда чем выше потолки, тем кажется помещение больше. Вот такая кухня. Вот она когда идет. Помещение практически готово уже к сдаче. Вот в таком виде оно все сдается. То есть техника, оно идет в дополнительную цену. То есть вот это идет бесплатно. Технику, вот пожалуйста, вам сделали подводку под холодильник, под посудомоечную машинку, под плиту, под духовой шкаф. Все. Ну вот единственное, что здесь еще вытяжка будет, да? То есть в таком виде квартира сдается. Напротив, из окна будет вид на бассейн. Здесь у нас будет бассейн длиной 35 метров, в котором можно хорошо поплавать. Так, идем дальше, посмотрим. Вот одна комната. Очень просторная комната, по-моему, она 17-18 метров. Здесь ничего впереди вас, чем их удобна эта квартира, впереди вас никаких этих многостроев не будет. То есть здесь уже полностью построены все дома. Вот такая зелень и останется. То есть ты наблюдаешь на зелень, это хорошо. Ну и встроенные шкафы. В стандартной комплектации они идут вот такие чисто белые. Если вы хотите, можете поставить зеркало. Оно там, в принципе, стоит не так дорого, дополнительно плюс 50 долларов за зеркало, и у вас будет зеркало от пола до потолка. Так, один только туалет. Вот у нас стоит унитаз. Здесь будут стеклянные дверцы. Вот такая душевая кабинка будет. Также у нас есть окно в туалете, раковина. Здесь место под стиральную машинку. Здесь место под водогрей. Достаточно просторная душевая кабинка. Ну и вот спальня, маленькая спальня для детей, ну или для гостей. То есть с видом получается на соседний дом. Слегка немножко будет видно бассейн. Тут два окна, второй вид на дорогу. Ну тут не такая проезжая часть. Вот. Как обычно встроенные шкафы. Обратите внимание, какая на полу плитка. Это огромная плитка. Швов не так много, поэтому ее мыть и ухаживать за ней намного легче. Да и ходить по ней приятней. Она под мрамор сделанная, поэтому очень даже хорошо. Есть балкончик. У нее свой балкон. На данный момент он просто пока еще не огороженный. Вот мы выходим. Вот здесь по краю будет стоять ограждение. То есть это ваш балкон. То есть сюда тоже можно поставить столик. Здесь, в принципе, тихо сидишь, там пьешь чай, кофе. Прямо на улице. То есть, получается, с этим балкончиком общая площадь выходит 90 метров. Ну и стоимость, получается, данной квартиры 83 или 85 тысяч фунтов стерлингов. Так, мы находимся в очень интересном месте. Опа, мы находимся на самой крыше, из которой открывается вообще шикарный вид на данный микрорайон. Давай. Видно все вокруг. Смотрите, какая шикарная общая крыша. Вон там находятся горы, их видно. Так, давайте теперь посмотрим, что у нас будет застроено в данном жилом комплексе. Вот если смотрим с левой стороны, да, то есть получается жилой комплекс здесь уже, в принципе, весь построен. То есть весь конструктив уже есть, осталось окна поставить, двери, стекла, он уже, в принципе, готов. Здесь мы видим только залив фундамента. То есть он будет точно такой же дом, как и с этой стороны, только зеркальное отражение.
И с той стороны будет такого тоже небольшой домик, который будет полностью загораживать эту территорию. Получится такой закрытый квадрат. Внутри этого квадрата снизу будет бассейн. Длина бассейна будет 35 метров. Он будет достаточно такой длинный бассейн. Кто хочет, любит поплавать, то пожалуйста. Давайте теперь посмотрим самый главный пентхаус. Настоящий пентхаус, у которого очень хороший вид. Но единственное, что пока он еще в моменте стройки, но посмотреть его можно. Уже принцип понятен. Ну, что у нас тут есть? Мы с этой стороны видим, как будет расположен комплекс. То есть два здания комплекса, здесь бассейн. И у тебя получается из пентхауса ты видишь соседние горы и свой комплекс. Тишина и спокойствие. Поворачиваемся на другую сторону и видим у тебя из окна твоей общей гостиной шикарный вид. То есть тут просто нет стен и все полностью из стекла. Шикарный обзор. И этот обзор никогда не перекроется. То есть, ну, вилла перед нами стоит, но мы находимся по уровню выше этой виллы. Больше тут ничего такого не будет. Впереди будет, ну, сад, то есть тропинки и все остальное. И у тебя будет шикарный вид здесь, просто шикардосный вид. У людей тут бассейнчики, садики. Да. Так, у нас есть огромная терраса. Терраса тоже такая же, с неперекрываемым видом. Дом, который тут у нас будет, он будет точно такой же по высоте. То есть он нам ничего не загородит. У нас будет вид полностью на все четыре стороны. Нам никто ничего не перегораживает. Мы все прекрасно видим. Не знаю. Я считаю, что здесь просто замечательное место. Вот. Так что есть желание приобрести данный пентхаус, звоните, пишите. Мы вам в этом деле поможем. Опять мы попали в большой зал. Ну, правда, территория зала просто огромна. Здесь будет у нас кухня и так далее. Так, ну что, проходим. Естественно, для начала получается у нас гостевой туалет. Вот посмотрите, он такой вполне достаточно просторный. Огромный. Идем дальше. Дальше у нас получается с этой стороны, как я понимаю, если это пентхаус, то это может быть как гостевая спальня, так может быть детская, да, потому что у нас выходом также получается на балкон. У тебя свой маленький балкончик. Можно выйти, подышать воздухом, посмотреть на людей, сказать привет соседнему пентхаусу. Вот соседний пентхаус. Данный пентхаус уже продан. В этом доме пентхаус будет еще продаваться. У него получается здесь цена подешевле. Здесь 235 тысяч фунтов будет стоить пентхаус. Вот он такого же вот размера, как вот здесь видите. 260 метров. Пойдем посмотрим, наверное, кабинет все-таки. Если вам для работы, то вот шикарный кабинетик. Ты сидишь и вот смотришь на море. Кто бы не хотел себе такого кабинета рабочего, чтобы работать и смотреть на море. И посмотрим спальню. То есть вот сразу вход в спальню. Здесь у нас будет стоять дверь. Вот сама по себе спальня. Также с панорамным видом. То есть у нас получается весь этот этаж, весь пентхаус, он идет с панорамным видом. Пола до потолка. Ты все видишь, что происходит, что делается. Очень большая комната, очень большая спальня. Самое интересное, что в этой спальне есть отдельный гардероб. То есть здесь у нас будет стоять дверь, и вот здесь у нас будет гардероб. То есть такой просторный гардероб, в котором, ну, поместятся вообще абсолютно все, практически все вещи, которые тебе нужны. Дальше мы проходим. Здесь будет дверь в туалет. Так, ну, туалет у нас еще пока не до конца запланирован. Здесь у нас будет стоять душевая кабинка. Мой из душевой кабинки вы можете посмотреть на горы. То есть у нас здесь есть окно. Под окном здесь у нас стоит унитаз. Планируется раковинка. Это можно переделать, можно поставить и ванну. Потому что, как бы, я считаю, что в пентхаусе должна быть ванна, хотя если мы ставим джакузи наверх, то есть ванна, в принципе, в доме и не нужна. Потому что здесь всегда тепло, даже и зимой. По площади, как оно считается, это 3 плюс 1 зал. Огромное пространство, высокий потолок. Так, по той стороне у нас будет стоять угловая кухня с барной стоечкой, конечно.
Здесь стол и шикарная, как я, если вы помните, шикарная терраса. Так что, если интересно, пишите, звоните. Мы вам покажем остальные пентхаусы люкс-класса, которые есть на Северном Типре. И я надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь на канал, звоните, пишите. До новых встреч!